одеваются. Божья коробка прилетела ко мне. Привет. Не очень видно. Привет, привет, мои любимые. Времени 7:30. Ну, я, естественно, пашу. Уже ко мне подошло 200 человек. И всем что-то надо. Красоточка прилетела ко мне. Божья коровка, полети на небко, там твои детки кушают конфетки, а тебе не дают, всем ребяткам раздают. Пошли, тебя выпустим. Пойдем, солнышко, пойдем. Пойдем, моя коровочка. Улетело все. Ждала всю ночь хозяйку. Вон хозяйка пришла. И она такая довольная хвостом. Маленькие утренние зарисовки. Все, запустила. Пришла открывать венскую кофейню. Еще даже 7 утра нет. Знаете, где-то без 20:07. Люди на море идут. Красота. Ни души. Красота. Пойду листочки поснимаю вам. Елочки я здесь снимала в прошлом видео. Тут солнышко какое. Что, открыты ворота? Не-а, оказалось. Смотрите, какие листочки вообще, как в сказке. Видите, как он горит, листочек, насквозь. Так красиво. И запах свежести. И прохладно, нет уже рюки еще. Очень классно. Я бы с радостью сейчас на море сходила бы, поплавала. Но хочу, чтобы Юлька поправилась, пусть поспит. Люблю вас, мои родные. Захотелось просто вам снять божью коровку. Какой ящик у них раритетный. А там вон охраняльщик сидит, видите? Вон он. Ты меня помнишь? Я тебе косточку давала. Там вон статуэточки. И тут тоже. Красота. И там тоже вон. И там. Что там за собачки? Хватают мужика за ножи. Смешнючие. Мелкие. Ладно, мои любимые. Повар, повар, повариха. Уже начинают люди потихонечку ходить. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного утра.
пока. Вот это наша гостиница. Видите, вот это Арабелла. Вот она заканчивается вот здесь. А там начинается Спарта. Она как одна в двух. Сейчас уменьшу. Вот, видите, наша до сюда. Это наша. А там Спарта с той стороны. И она такая, как два в одном.